Новосибирской области находятся крупнейшие в мире почти нетронутые естественные березовые леса, абсолютно уникальный природный феномен – белая тайга. Довольно большие участки белой тайги сохранились и в долине реки Издревая. Здесь проходит ее южная граница. Река эта то бурная, с каменистыми перекатами, как горный Алтайский поток, то спокойная, как реки соседних долин, всего 40 километров петляет на самом пересечении Западно-Сибирской равнины и Алтай-Саянской горной страны. Однако на этой очень маленькой территории можно встретить природные чудеса и гор, и равнин. Лага и балки с крутыми склонами сберегли их нетронутыми вблизи большого города, дачных поселков и деревень, рядом с железной дорогой. Однако героями этого фильма стали не только березы и белая тайга Издревой, но и уникальные люди, которые, веря в особую ценность местной природы, исследуют, охраняют и восстанавливают ее.